Бог пришел в этот мир, чтобы дать нам спасение, исцеление, чтобы излить свой дух. И мы сегодня празднуем Пасху и благодарим Бога за то, что Он сделал для нас. Но представьте, что я даю вам какой-то подарок, а вы его не принимаете. Говорите «спасибо». Я протягиваю вам, вы говорите «спасибо», но не принимаете его. Если вы сегодня благодарны за Пасху, если мы сегодня радуемся, то это должно быть исходить из того, что мы принимаем эту жертву. Мы верим, и мы принимаем это прощение, мы просим Господа, чтобы Он вошел в наше сердце. Давайте с этим осознанием сегодня будем благодарны, когда мы приглашаем Его в наше сердце и скажем: «Господь, Ты пришел в этот мир, чтобы излить Свой Дух, чтобы дать нам святость, святость, которая исходит не от наших дел, но которая приходит от того, что Дух Иисуса Христа возвращается на поклоняющегося и убирает из нас само желание греха. Слава Ему!» Жизнь.
Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Наказание мира нашего, наказание за наш мир. Наказание, которое он понес, это наказание, которое должны были понести мы. Наказание за то, чтобы мы могли обрести шалом, могли обрести Святой Дух, могли возвратиться в Эдем. И нет другого пути, кроме как войти под эту кровь. Он все совершил. Он через крест даровал нам исцеление, прощение, спасение и покой. К римлянам, что я не стыжусь благовестия Христова, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем проявляется, является правда Божья, праведность Божья из веры в веру. Праведность, которая от Бога приходит по вере и только по вере. И сегодня призыв каждому из нас — это верить и принять его жертву по простой вере. Потому что нету другого способа, чтобы получить исцеление, прощение, спасение и Святой Дух, кроме как по вере и только по вере.
жизни вечным светом нам воссиял. Не бойся, только веруй, сказал. О Божий вечный дух, хотим все отдать, чтоб мог ты в сердце в полноте обитать. Через посвящение вере, силе любви мы дети и друзья. Из веры в веру, из славы в славу, мы шаг за шагом пойдем, Христу победу доставим. Из битвы в битву, из силы в силу, мы гимн победы поем, хвала звучит непрестанно. О Божий вечный дух, взываем к Тебе. Друзья, сейчас будет последняя песня, и потом выйдет пастор и будет говорить слово. И мы здесь не просто ради того, чтобы порадоваться. Мы здесь для того, чтобы вспомнить об этой жертве и посмотреть, а живем ли мы в соответствии с этим. Подумайте, что Пасха — это не только радость. Пасха — это страдание, кровь, это ужас. И она радость только для того, кто принял эту Пасху, кто вошел под эту кровь. Ведь вспомните, в Египте, когда израильский народ должен был войти под эту кровь, кто вошел под кровь, тот был спасен. Но кто остался вне, кто просто наблюдал, слушал, радовался, они погибли. И сегодня это призыв. Поймите, что само по себе лучше не становится. Если вы сегодня не примете никакого решения, то завтра будет так же, как вчера. Что вы хотите, чтобы было завтра? Как завтра ты хочешь прожить жизнь, друг? Он пролил свою кровь для того, чтобы мы могли получить жизнь. И мы так привыкли к этим словам, но подумайте, мы живем благодаря тому, что что-то умирает. Каждый день мы поглощаем пищу, которая умирает. Мы живем за счет жизни, которая должна отдать себя за то, что мы физически могли жить. И Бог сошел для того, чтобы мы могли жить вечно. Но мы сможем это сделать только тогда, когда примем это. Не плывите по течению. Если вы плывете по течению, вы окажетесь в водопаде. Рано или поздно. Сегодня время, когда вы можете реально иметь перемену в вашей жизни.
Когда мы будем петь последнюю песню, задумайтесь, чтобы я мог жить, чтобы вы могли жить, кто-то должен был умереть. Это был Бог, который сошел для того, чтобы явить свою любовь, явить заботу о человечестве и поднять свое падшее творение обратно в позицию сыновей и дочерей Божьих. Мой грех смывает Божья кровь.